первый день лета в 11 городах России прошла акция «Займись спортом, стань первым». Присоединился к ней наш регион. На площади перед комплексом Оренбуржья была организована массовая зарядка. Тем временем внутри самого крупного спортивного объекта области развернулась специализированная выставка. Тему продолжит наш сюжет. На площади перед главным спорткомплексом региона оживленно как никогда. День защиты детей здесь встречают активно. Случайные прохожие, увидев издали яркое действо, подходят поближе. Посмотреть, что вытворяют воспитанники детско-юношеских спортивных школ области. Боксеры и тэквондисты отрабатывают удары, лыжники с дюшор номер 2 наматывают километры, а батутисты взмывают ввысь. Каждый из них уверен, его вид спорта самый лучший. Очень хороший вид спорта. На нем можно научиться двойные, тройные. Можно стать чемпионом великим. Шоу спортсменов далеко не все, что могли увидеть в этот день оренбуржцы. Свою работу для них открыла выставка «Спорт, отдых, туризм», уже пятая по счету. Затем в рамках всероссийской акции «Займись спортом, стань первым» перед Оренбуржьем стартовала массовая зарядка, в которой приняли участие поклонники активного образа жизни. Нужно заметить, что сегодня в области их число постепенно растет. Регулярно физкультурой и спортом занимаются 450 тысяч человек. Вводящиеся новые объекты, они как раз и позволяют увеличить данную цифру. И акции, которые мы сегодня проводим, она также привлекает всех активных членов нашего общества для того, чтобы они занялись спортом и активным образом жизни. Стало уже как-то нормой после спортивных сооружений крупных приглашать людей делать зарядку, и люди откликаются. Я думаю, что и после этого дня, 1 июня, это будет система в спортивно-культурном комплексе Оренбуржья. Участниками зарядки стали студенты, школьники, представители молодежных организаций области. Призыв на зарядку «Становись» подхватили воспитанники школ Олимпийского резерва. И это несмотря на то, что физической активности им хватает с лихвой. Тренировки тренировками, а без разминки никуда, признаются чемпионы. Зарядка – это самое главное, я считаю, в начале тренировки. То есть каждый для себя уже, как профессиональный спортсмен, выбирает для себя свою зарядку. Вот. То есть, исходя из зарядки, он уже может как-то дальше тренировку построить, как ему надо. 15 минут разминки в хорошей компании, и отличное настроение обеспечено. Теперь можно браться за учебу и работу. Только позитив. Вот вообще вот очень хорошо, мне очень понравилось. И тренер просто молодец. Такая активная, такая позитивная. То есть заряжает позитивом всех абсолютно. Когда площадь опустела, главное действие переместилось вовнутрь, где начала работу выставка «Спорт, отдых, туризм, здоровый образ жизни». Традиционно в ней участвуют спортивные школы, центры, комплексы, оздоровительные клубы, санатории, предприятия, реализующие спортивное оборудование, одежду и аксессуары. Отдых на любой вкус предлагают туристические агентства. Сегодня можно увлекательно провести время, не выезжая за пределы области. В Тюльганском районе, Солецке, Бузулукском Бару. Постоянный участник выставки – горнолыжный центр «Долина». Одной, так сказать, из показателей участия в этой выставке является, что каждый год число горнолыжников, новичков, горнолыжных сноубордистов с Оренбургской области на нашем горнолыжном Оренбургском областном горнолыжном центре прибывает порядка 40%. Лето встретили по-спортивному. Участники выставки в который раз смогли реализовать предложение, а посетители – спрос. Удалась на славу и массовая зарядка. Кто знает, быть может, эта разовая акция превратится в хорошую традицию.